Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфла. Сегодня кидаем поисковый магнит под мостами. Два главных моста Петровский, города Липецка. Со стороны на ЛМК бросаем. Здесь самое большое производство металлургическое в Европе у нас на этом берегу. И, собственно, все сюда ездят на работу по этому мосту. Этот старый мост, этот поновее мост. Попробуем. Посмотрим, что нам принесет эта река. Монетка. Есть монетка ржавящая. Пару гвоздей. Да даже не пару, раз, два, три, четыре гвоздя. Какая-то фигня. Железо есть. Продолжаем. Шлак и какой-то мусор. Фу, дерьмо. Фу, дерьмо. Это что такое, интересно? Что это? Болт. Попробуй отлепить что-то, я не могу отлепить его. Да, это какой-то... Какая-то пробка чего-то. Гора шлак. А как тут люди купаются? Тут люди купаются в бикини. Вот поэтому ходят. Вообще жесть. Так, у нас тут еще ведь и второй магнит есть. Гвоздь. Так, гвоздь это вещь. А тут тоже хлам. Шлаки какие-то. Блин, опасно вообще. Ну да, руками опасно. Вообще руками опасно, нужны перчатки. Тимоха решил поймать поболе травы. Да. Потому что Тимох травоядный, по нем видно. Ну давай. Говорят, новичкам везет. Автомат есть, там нет. Нож. О, Тимох наловил вообще. Это прям... Очень круто вообще. Тимоха чистит реку у нас. Траулер. Вообще, мне кажется, ни одной железки не будет. Спорим? Ну-ка, подожди. Ты сейчас нож вытащить, небось. Так. Что-то есть. Только что это? Не, ну тащи потихоньку. Какая-то металлическая хрень. Похоже на металлическую хрень, Тимох. Да. Опа, а что так щелкает? Ключ. Нет? На их лентарь еще. Ну так все. Хрень. Классно, когда два магнита лупят, да? Это что такое? Железяка непонятная. Тут хлам. И тут хлам. Туда. Ну там парень ничего нет, я серьезно говорю. Там спиннингом провожу. Там же, если за что-нибудь зацепилось бы хоть раз. Смотрим, народ. Гвоздь. Гвоздь. Да это не гвоздь, это арматурина. А, не арматурина. А, электрод. С той стороны что-то круглое было. Мне кажется, монетосина, нет? Угу. Вероника. Вот, смотри, монетка, нет? Или что это? Гильза. Что-то расплющенное. Гильза, похоже. Смотрите, народ. Что такое? Я не знаю, какая-то штука. Или, ух, тут какая-то штука. А, магнит закинул. Ха, отлично! Молодцы. А кто, Илюк, ты бросил? Я бросил. Красавчик вообще. Давай. Я думаю, сейчас ты выловишь прям автомат. Или хотя бы нож. Давай, доставай. Магнит обратно выловил. Илюк, сегодня удачный день, он нашел свой магнит. Тащишь? Что-то болт! А, гайка! Офигеть! Гайка! Отлично! Вот это уже дело! Ух. Сейчас мы этот мост по запчастям соберем, да? Да. Это вон не гаечки. И вот она упала. А тут здесь ничего. Хлам. Ну гайка вещь. Гайка крутая вещь. Гайка, да. Отвечаю. А в ней, подожди, что-то в ней. Монетка? Ракушка. Нет, монетка. Вот это вот что такое? А, ракушка.
Так, мы отошли чуть в сторонку от моста. Там что-то нет ничего, и алкаши задрали. И тут такое место со стульчиком, с пацанами. Здесь рыбу люди ловят. Вот. Сосисочная тусовка, да. А, много мусора я наблюдаю в реке. Давайте повытаскиваем. Кто выдел сегодня? Где бандитские пули? Подожди, я нашел. Так, ну лесочка есть, значит рыбацкая что-то тоже должно быть. Раз крючочек, два крючочка. Ну рыбацкая есть. Сейчас что-нибудь, ну вот тоже крючочек. Три крючка за заброс, нормально. Что это? О! О! Сегодня день гаек. И этот вообще на резиночке. О, класс. Все, в коллекцию. В коллекцию гаек. Продолжаем исследовать реку Воронеж. Тут, кстати, перспективно. Здесь баня брошенная. Была уже на канале, друзья, видео. Если не смотрели, подпишитесь, обязательно гляньте. И у них вот тут выход, вот там. Здесь когда-то был типа пирса. Вон, видите, две трубы торчат. Ну и, соответственно, баня, купание, бандиты 90-х, все дела. Но по-любому что-то может быть. Берет старые крючки. Ничего? Крючки только, да? Ну да, крючки. Старые. Это те самые уже. Так, народ, я рака поймал. На магнит. Вот это место. Река чистая. Если раки есть, значит река чистая. Правильно? Правильно. И металла нет, и раки есть. Идеально. Короче, народ, если с людьми разговаривать, то происходят чудеса. Мы пришли вот сюда на лодочную станцию. Здесь катамаранчики в прокат дают, все дела. Короче, видите, люди разуваются. И вот такое количество пирсов. Вот мост, на котором мы сейчас были. Мне кажется, здесь перспективно. Как вам? Поймаем что-нибудь? Обязательно поймаем. Поймаем. Сеть, короче, проходит. А что вы? Сеть. Сеть какая-то старинная, да. Вот, на Минске. Вот туда вход. Да? Вот туда вход. Ну, хоть что-то. А, я понял. Так, друзья, смотрите-ка. Есть экранчик. Есть. Сломанный. Экранчик. Рыбу тут ловили. С почином. Ну все, отлично. Экранчик. Сейчас. Чего еще цепанул? Олег еще чем-то радуется. Что там ты поймал? Колесо. Колесо? Да. Я поймал очень много мидий. Сорвалась? Саэх ушла. Ну пусть лежит. Так, у нас тут вечереет. Мы перебрались на другую сторону. Сейчас вот там бросали. Вот там лодочная станция. Переехали на другую сторону моста. Ну и попробуем здесь что-нибудь половить. Сегодня гайка день у нас. Еще одна гаечка. А вот это вот опять что такое? Вот. Пробочка-то как-то, по-моему. Блин, мы уже вторую или третью такую пробу ловим на сегодня. Это да. От чего? Друзья, напишите в комментариях, что это. За полузаклепка или что? Заклепка, может, да, от моста. Хрен его знает. Что тут у нас? Электрод. Новый. Как без них? Ну и чехла. Ничего. Охота за металлом продолжается. Главное иметь терпение, друзья. Я что-то подтащил, сейчас покажу. Главное, чтобы iPhone туда не улетел. Это да. Ого. Ого! Что за конструкция? Так, так. Прикол. Это знаешь что? Это, короче, подлокотник, ребят. Нет, стачки. Да, подлокотник. Такая штука. Ну нормально. Кто говорил, что резинка не магнитится?
Чистим рехту. А, еще одна пробочка. Нормально. Фу, блин. Фу. Фу. Какие-то железки. Короче, друзья, смотрите, как прикольно железяк. О, крючочек. Вон новенький, видишь? Ну, нормально. Друзья, на этом мы будем с вами прощаться. У нас уже темно почти. Миклуха Макфлай, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.